канале «Наша жизнь в Америке». Your life is my life. Я тебя красавчик. Мы на Color Auto Show. Короче, мы сегодня пришли на Лос-Анджелесский автосалон. Как он там, автошоу 2020. В общем, идем смотреть кучу новых машин, кучу всяких концепт-каров, много интересного. Наверное, рассказывать ничего не будем, потому что вы сами все увидите. Потому что нет, ну не то, что ничего не понимаем. Что мы можем рассказать о тех машинах, на которых мы не ездили? Будет играть музыка, будет весело, будет шумно. И поэтому вы просто будете смотреть. Все, всем хорошего просмотра, мы пошли гулять. Короче, это автос из Лего. Колеса настоящие, диски тормозные тоже Лего. Что вы делаете, молодой человек? Ну, а я делаю видео, я потому понял. Что мне стрим. Почему нельзя стрим делать? Потому что мне надо 1000 сабскрайберов. Пойдем, сзади обойдем. Здесь Лего всякие. Антоша, тут такая почти как у тебя. Ну, вот это самое близкое. Я буду начинать. Блин, выставать. Ну это конечно вообще. Пап, это едет на Apple. Ап-контроль. Все, ты включаешь, оно будет ехать. Я ты включаешь, вижу. Оно будет поворачивать. Ну, подожди, когда я пройду. Короче, да? Вот это смотри, вон, она с приложением, и ей будешь управлять. Я в шоке. Так вот, смотри, Антош, можно собрать. Ну, она, правда, немножко меньше размера. Ну, будет. Там, и она 340 долларов. Блин, какие монстры вообще. У него так. Пойдем, наверное, лучше машинки уже смотреть. Пойдемте, ребят. Блин. А вот, зайка, вот та, которая 300 стоит. Вот она стоит. С налогом я бы сказал 380. Можешь нам. Дайте, я должен это сфотографироваться. Пойдем. Это так. Короче, этот автобус тоже собран из Лего. А Сашка еще не пошел? Да. Саша следующий? Дети? Снято. И это панно тоже Лего панно. А что у нее там еще? Смотри, вон какие-то кнопочки, колонки там. Я еще не звук. Буду нажимать. Это скорее всего, чтобы они приехали сюда и. Что? Сашка, покажись в Дакомобиле. Иди ищи. Главное, руль не отломай. Саша? Глянь на меня. Выше голову. Опа, молодец, красавчик. Идем? Саш, подходи ближе к экрану. Посередине. Посередине, стань руки поднимать. Катарина пускает молнии, Сашка не пускает. Я пускаю.
Пойдем, новый Audi снимать. Дети, держитесь кучкой. Сашуль, хочешь со мной за ручку ходить или хочешь сам? Cool. Should we buy one at this point? Полностью электрическая. 100%. Блин, смотрите, у нее тоже зеркал нету. Антоша, у нее тоже зеркал нету, смотри. Как я не думаю. Это Audi камеры стоят. Audi не может. Но она сделала. Вон, смотри, там написано 100% электрик. Смотри, вместо зеркала у нее что? Это просто камеры стоят, видишь? Ну, это классно, блин. Ну что, двигаем дальше? Ну, зеркала мне ее понравились. Я не должен иметь свой Power Station. Может, они не хотят использовать Tesla. Давай посмотрим, какая она впереди. Впереди она... Она что? Нашу уже рванули вперед. Ничего. Хорошая чертовка. Но она как и каждая Audi. Только чуть-чуть тело поменялось. Осторожно, Антош. Это с зеркалами. Короче, это полностью площадка Audi. Смотри, каких здесь много всяких разных. Блин, черная такая. Элегантная. Она не черная, она какая-то синяя, наверное, да? Баклажан, да, синий, темно-синий. Такой баклажан, на тебе красивый Вот здесь можно послушать, как она звучит. Пойдем погазуем. Нажимаете на педали, смотрите, какая модель, как ездит. Как звучит. А Кирилла держаться, чтобы не уехать далеко. Я думаю, Audi будет самое... Самое что? Вот здесь самое будет. В прошлом году я буду идти. Вот сейчас пойдем Rolls-Royce смотреть. Не, Aston Martin. А, это Genesis. Ну, здесь на... О, Сашка уже газует. Сашка, главное, далеко не уезжай. А где мама? Блин, ну у нее перед, конечно, феноменальный, да? Там я вижу больше места, чем я вижу. Вижу больше, чем я вижу. Зайчики не дают снять. Это тоже они? Я пойду вон тот, это
какой-то представительского класса эти стоят. Когда в эту машину тот мальчик залазил, вот эта тетя, мне кажется, легким парком сказал. Вот в эти машины мальчик залазил? Да, я так как-то чуть не отломал. Смотри, там уже телевизоры стоят, как у нас. Копирайт. А? Саша будет мерить? Да. Саша, не уезжай далеко. Ну как, твой размер? Да, я вообще-то могу. Подходит? Маленькая? Сашка, посмотри на меня. Вас подвести? Куда вы хотите идти, Саша? Нет. Тебя подвести? Нет. Ну, оно память имеет. Блин, динамики под такой стандартный. И мы на канале, где мы ломаем все машины. Короче, сзади какая-то встроенная сразу стоит консоль управления всем и все. Прикольно. Саша, пошли. Ну это, Зайка, это можно управлять там всем с заднего ряда. Кондиционером, музыкой и прочими делами. Можно послушать, как машина звучит или что. А, рассказывай, дай. Это Тава? Очень интересно, очень. Блин, какая красота! Хочу такой этот самый брелок на стол на свой. Пап, почему тебе Тава нужно брелок? И Саша на макушках. Саша его еще не видел, вообще ничего страшного. Мы просто знаем, что он. Toyota, let's go, boy.